здравствуйте. Привет, Шкапина? Да, Шкапина. Угу. Сейчас поедем. Если можно, музычку там поставить. Ну, если вам очень сильно надо, то я поставлю. Если не очень сильно, то... Настроение очень можно было бы. Я понял, хорошо, сейчас. Настроение немножко. Да? ХЗ. Сейчас поставлю, секунду, отъедем. Какое радио хотите? Только не шансон, ладно? Почему не шансон? Ну, потому что. Ну, давайте рекорд. Что угодно. Монте-Карло рекорд вообще нормально. Давайте рекорд. Все, хорошо, сейчас поставлю. Доехали, да? Ну да, я остановлюсь сейчас вот здесь, ладно? Ну потом продойдете же, да? Я не буду, да, там пробка дойду, просто. Конечно, да. Ну, что теперь делать, потому что здесь пробка. Вот. 350 рублей у вас наличные же, да? Сейчас я посмотрю, подождите. Да. Вот вам, пожалуйста, пятерик. У вас будет сдача с пятерик? Блин, не знаю, сейчас посмотрим. У меня просто меньше нету. Ну это, конечно, не очень хорошо. Просто надо поменьше. У меня только Хабаров с собой. Прекрасно. Я всегда завидую людям, у которых с собой только Хабаровский. Молодой человек, вы знаете, нет у меня сдачи. Надо. Я вон смотрю, магазин там есть. Сейчас я пойду поменяю тогда, ладно? Ну, просто я не это. Так. А что это такое? Что это такое? Вы что, прикалываетесь или что? Чего? Ну, а что, вы читать? Ну, что, читать не умеете, что ли? А, извините, пожалуйста. Билет банка приколов. Че, извините, пожалуйста. Это, ну, что? Да это просто для детей. Для просто детей? Извините, пожалуйста. А что мне даете раз для детей? Я просто не то дал. А, не то дали? Да, не то дал. Прикольно. Уверены? Да, уверен. Уверены, просто... да? А теперь то даете? Да, ну... Хотите, можно? Проверьте, печатный станок дома стоит. Печатный станок дома стоит? Да. На самом деле вы зря так сейчас говорите, потому что можете на статью себе наговорить про печатный станок, и эти шутки, как бы, они шутки там, шутки у вас на кухне могут эти прокатывать, а здесь, понимаете, это денежные финансовые отношения. И когда вы так делаете, у меня есть, вы ошиблись, а я вот не знаю, ошиблись вы или собрались меня, так скажем, немножко подразвести или обмануть. Я и, ну, не знаю. Я просто не... Ну, что? У меня просто дети играются в эти деньги. Просто, ну на самом деле, я не хотел вас обмануть, на самом деле. Уверены, да? Да, конечно. Я просто не из того кармана достал. Угу. Я просто ошибся. Понятно. Я не хотел вас обмануть. Просто у меня сейчас, ну, такой большой соблазн. Да, я все время так, знаете... Свожу на тормозах, все спускаю, да, вот такие моменты. А сейчас у меня большое желание поехать в отдел полиции. Не тем надо, более, что зачем? Он вот здесь рядом. Не, зачем? Ну, как зачем? Вы пытались мне дать... Да, я нечаянно вам дал. Нечаянно? Да, просто вот, ну, ошибочно, просто не с того кармана достал. Просто у меня дети просто есть. И как бы, ну, они любят в эти играть, они же... В эту играют, как его? Кого что, монополию? Монополию, да. Монополию. Просто, вот смотрите, да, какая история, вот сейчас там... А боль... это настоящее, ну, это правда настоящее, это настоящие деньги. Примем решение по этому поводу, но я вижу, что они настоящие. Вы извините меня, пожалуйста. Вот смотрите, какая я история, просто обмануть. Смотрите, да, я вам объясню, как таксист. Вот сейчас, например, светло, я более-менее в форме, а если ночь, и я буду закошмаренный уже сменой, и будет ночь, вы вот реально, и у меня будет сдача, да, пятерка, вот слушайте меня, я его сунул, вам сдачу отлистал, вы слились, я ночью... Ночью, господи, утром приеду домой, достану, и у меня пятерик левый будет. А постойте меня. И потом вы же не будете не меня. Хотел я вас обманывать. Я вот скажите, вы же не будете искать потом меня, чтобы дома вы увидели, что вы дали мне фейковый, будете искать. Ну, я типа предполагаю, вы меня разошли, разыскали, сказали, братуха, извини, я тебе дал не тот пятерик. Ну, вряд ли такая ситуация будет, да, правильно? Да, будет. Угу. Потому что я честный. А, да? Да. Прикольно. Я бы позвонил вам. Позвонили бы, да? Ну так что, да, в полицию? Что насчет, полиции-то? Как, да не надо мне, какая не полиция-то? Надо? Насчет чего? Ну, насчет того, что вы пытались... Я вам сейчас только что дал денежку, 5000 рублей, да. Правильно? Ну, это настоящее. Ну, да. Так вот и все. А в чем вопросы тогда? Давайте сдачу тогда. Мне надо разменять эти деньги. Эти деньги надо разменять. Ну, пойдемте разменяем. Ну, пойдемте, конечно, разменяем. Просто у меня...
Ну просто я ошибся, ну извините, пожалуйста, я просто ошибся. Угу. Ну, вместе пойдем просто... менять, я не оставлю вас в машине. Хорошо. Да, пойдем. Хорошо. Да хуй знает. Не знаю я. Я не верю. Блять, вот не верю и все. Я даже если бы там была какая-то интеллигентная бабушка, да, которая бы мне там причесывала за... Не знаю там. За что угодно. За патриотизм, за великую идею, за культуру, за искусство, за веру, надежду и любовь. И в итоге дала бы мне... фейковый пятерик, блин, ну там реально билет банка приколов, да? Ну, то есть, с одной стороны, шансов, что прокатит кому-то это всучить, ну, крайне мало. Может быть, он, конечно, и действительно проебался. Но, с другой стороны, я-то тоже мог реально проебаться, да? Ну, так, просто не посмотрел, сунул в торопях, позвонил, кто-то еще раз отвлекся, сунул и съебался. Хуй бы он мне, да, начал бы меня искать, и потом сказал, блядь, чувак, привет, я тебя нашел, наконец-то, вот я тебе фейковый пятерик дал, а ты мне сдачу, блядь, 4 с хуем, блядь. Давай, как бы, это... Я тебе все верну. Да вот хрен бы там было, 100%. Короче, будьте внимательны всегда. Даже, блин, я не знаю, даже 2000, 1000, всегда смотрите на просвет, на прозвон, блядь, не знаю, на запах, на вкус, хер знает. Но всегда смотрите, потому что, блядь, можно встрять нормально, всю смену откатать получается бесплатно, блядь. А это как бы будет прямо как серпом по яйцам. 100%, блядь. Берегите себя и своих близких, как говорит Малахов. И напишите, были ли у кого-нибудь вот такие вот проебы по, ну, просто детские, да, когда ты реально, ну, на ровном месте тебя разводят цыгане, что называется, да? Типа, посмотри сюда, блядь, посмотри сюда, а в итоге у тебя нихуя не, нету. Напишите, мне просто очень интересно, потому что, ну, можно вот просто, ну, лохануться просто на пустом месте, да? Не на какой-то там суперразводке, на схеме развода, а просто на пустом галимом месте, вот как сейчас. Можно, да? Напишите, пишите, а сами будьте внимательны. Пока-пока.